Ребята, всем привет! Вы на канале Веселые Истории. И сегодня я буду снимать обзор на свои поделки, как вам и обещала. Итак, первая моя поделка. Она вчера уже была в видео. Это пони Радуга. И давайте я вам сразу покажу всех поняшек, потому что поделок очень много. И видео тогда будет длиться очень долго, если я буду по одной показывать. Вот такая пони Искорка. У нее есть такое ожерелье, оно снимается. Так, минуточку. Вот. Вот такая пони Флаттершай. Пони Эпплджек. Пони Пинки Пай. Вот такая вот пони. Я забыла, как ее зовут. Вот она тоже из мультика. Потом младшая сестра Радуги Скуталу и поняшки, которых я, ну, придумала сама. Это типа дочка Пинки Пай, это дочка Искорки, а это дочка Радуги. Короче, вот. Вот такие вот поняшки. Мне больше всех нравится вот это вот. Но мне кажется, лучше всех получилось. А вам какая из пони больше всех нравится? Вон какие. Мне вот нравится вот это вот. Лучше всех получилось. Следующие на очереди это пончики. Раз, два, три, четыре и пять. Вот такой пончик Жабка. Пончик Киска. Желтый пончик. Вот такой большой пончик и блестящий пончик. Вот этот вот пончик изначально хотел быть логотипом моего канала. Я хотела нарисовать вот такой пончик, обработать его, ну, это. В общем, сделать его таким мультяшным. И это, добавить ему глазки и назвать свой канал «Веселый Пончик ТВ». Но потом я передумала и решила назвать «Веселую историю». Я очень долго думала, про что я буду снимать, как будет называться мой канал. Вот это было самое сложное. Вот все-таки я придумала и сделала. Вот такая коллекция пончиков. Я их убираю в контейнер. Следующий это котик Сфинксик. Может кто знает такую породу. Вот, это он сидит в коробке. Слепила я его относительно недавно. И у меня были проблемы с этими ушами. Они у меня уже подзасохли. Тут мама такая приходит. Ксюша, у сфинксиков уши не такие. Сделай их по-другому. Я сделала их по-другому. Теперь они у меня такие, как с шариками внутри. Не знаю, как это назвать. Ну, короче, такие. Как комочки там такие внутри, потому что они засохли, я их потом перелепливала. И одна даже такая вот помятая чуть-чуть. В целом он получился нормальный. И вот такой вот кот. Есть анимация такая. Пушин. Пушин Кэт. Есть даже такая книжка. Вот. Я слепила такого котика. Это на лежаночке типа, а это в коробке. Все. Этих я тоже убираю. Следующая собака Вельш Корги. Вы ее вчера тоже видели. Вот такая вот. Гап-гап, 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 гап-гап. Я ее тоже лепила очень долго. В интернете нашла фотографию Корги и по ней лепила. А какая у вас самая любимая порода собак? Вот у меня спаниель. А у вас какая? Я вот сейчас стала замечать, что многим нравятся Корги. А вот как раз спаниель собачка. Я сделала вот такой брелочек. Вот она вот такая. Вчера вроде бы видео ее не было, но вот она. Вот такая.
Так, следующие кнопки YouTube. Вы их тоже видели? Вот это I love YouTube, а вот это просто. Но сзади я написала название своего канала «Веселые истории» и сколько у меня подписчиков. На тот момент у меня было 12, сейчас уже 13. Мы близимся к 15 подписчикам. Так что так держать, ребята. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. У нас все получится. Я в вас верю. Следующая вот такая собачка с ушками из ниток. Я ее тоже недавно слепила. В этом месяце, по крайней мере. Я ей хвостик сломала, ребята. Ладно, я его починю. Что за день сегодня такой? То хвостик кому-то сломаю, то еще что-то. Вот я уже сегодня как вот этот Микки Маус у меня на футболке. Даже он смотрит, как я снимаю видео, и смеется. Следующие это две вот такие пироженки. У меня есть такая игра у нас с Дашей. Фабрика называется. Там надо делать всякие вкусняшки. Там есть вот такой шприц форменный. Из него выдавливаешь, вот, вот такой крем получается, звездочкой. Вот. И с помощью этого шприца сделала пироженки. Следующая это черепашка из песни. Морская черепашка по имени Наташка. Вот она. С очками из Китая. Черепашка тоже побежала в контейнер. Следующий это горошек стручковый. Есть такой антистресс-игрушка, там надавливаешь на него и выскакивают эти. Ну вот, я такой сама сделала, но это не антистресс, это просто. Раньше это тоже был брелок, но отвалилось. Так что вот так. Следующие два цыпленка, я вам их вчера показывала. Это первая девочка. И второй мальчик. Делала на Пасху, вот остались двое. Следующий это дельфин. Вот такой вот. Я его давно лепила, потом позабросила его. Кинула куда-то там в горшок, где Дашины котлеты игрушечные. Уже не помню. А потом его нашла. Ой, какой милашка, надо его разрисовать. Вот разрисовала и положила себе тоже контейнер с моими поделками. Следующий глазастый зайчик. Я такую жабку Даше подарила. И такого котика вчера, потому что я вчера сломала ее поделку нечаянно. Вот подарила ей котика. У меня остался один такой зайчик, и все. Больше нету. Это я решила сделать пранк для бабушки. Я ей написала в WhatsApp, типа, в Dixie вышла новая коллекция. Это зверюшки-глазастики. И они мне поверили, самое это интересное. А нет, бабушка не поверила. Поверила моя тетя. Что типа вышла такая коллекция. Да, а это вроде бы они из чего-то слеплены. Нет, это настоящие. Как так настоящие? И она мне поверила. А потом я ей сказала, что это все пошутила и их не было. Это я слепила сама. Они мне сказали, что получилось очень похоже на настоящие игрушки. Следующий зайка, милый, если не злить. Вот тут надпись. Тут, наверное, вам не видно. В общем, вот. Зайка и вот такая единорожка, милая. Я ее покрыла блестками. Вчера тоже она была, и он был. Вчера вы многие поделки могли увидеть. Следующий цветочек. Вы его видели. И яишенка тоже вроде бы видели. Я уже не помню, что я вчера на трейды выставляла, но, в общем, вот. Так, следующая печенюшка. Вот такая глазастенькая, я ее лепила давно. Масса тогда была очень липкая, и поэтому она у меня не очень получилась. Ну, в целом, милашка. Следующая я лепила с помощью формочек, сейчас покажу. Вот, первая это тыковка. Ананас. Клубника, кукуруза оранжевая, кукуруза желтая.
и зверюшки, которых я лепила с помощью формочек. Точнее, птицы. Петух и лебедь. Лебедя я лепила, была очень маленькая, мы вместе с мамой лепили. А петуха я слепила недавно, где-то неделю назад. Следующая, это у меня была игрушка, собачка Шпиц. И я взяла, сделала сердечко из массы и вот так вот собакой натыкала. Она оставляла следы, и сзади я подписала. Топ-топ, следы Шпица. Не знаю, зачем я это сделала, просто для милоты. Следующий котенок, это я делала по мастер-классу. Вот. Он вот так вот высаживается из корзинки. И вот такие две мороженки. Это я делала сама. Вот эту вот палочку я сделала из картона. Саму мороженку из массы. И потом маркерами раскрасила ее. А следующая это просто мороженка. Без глазок. И у нас остались три поделки. Вот такая розочка. Кошачья лапка. И авокадо. И еще, ребята, я сделала магнитики из двух своих поделок. Это вот такая маленькая кошачья лапка. И вот такая целовашка. И еще магнитик из наклейки, который тоже сделала сама лапка Корги. Вот. Я их вешаю на лампу. Для красоты. Ну что, ребята, на сегодня все. Если вам понравилось видео, то поддержите меня лайком, подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока!